При получении сигнала о ЧП пожарные спасатели должны прибыть на место в кратчайшие сроки. В случаях напряженного городского движения это бывает достаточно сложно. А от того, как быстро спецмашина прибудет на место происшествия, иногда зависит жизнь людей. Насколько охотно автомобилисты предоставляют право преимущества на проезд, проверили госавтоинспекторы. Они имитировали тревожный выезд пожарной машины. Мы проехали по городу Мозырю, проехали по улице Мира, Интернациональной, улице Пролетарской. Впереди движущийся автомобиль министерств по чрезвычайным ситуациям были включены проблесковые маячки синего цвета. Все участники дорожного движения, которые проезжали в это время по проезжей части, уступали дорогу спецтранспорту. Итоги выезда действительно впечатляют. При виде несущейся пожарной водители разъезжались в разные стороны. Даже пешеходы не были так бдительны. Такую дисциплинированность можно сослать на небольшой поток машин. Время было 10 утра. Но, по словам сотрудников МЧС, уважение на дорогах к автомобилям службы в последнее время стало больше. Ну, в последнее время вот при выездах на пожары, там чрезвычайные ситуации, как бы водители более уже стали относиться к спецтранспорту нормально, пропускает, как бы, ну, есть всякие, как бы, в семье не без уродов, поэтому есть и такие случаи, когда они просто не пропускают. А мешает проезду, вообще игнорируют, как будто и не видят этих маячков, ни сирены, ничего. Кстати, за такое нарушение предусмотрен штраф, а то и больше, лишение водительских прав. При движущемся специальном транспорте специального назначения с включенными маячками синего цвета водитель, движущийся в попутном направлении, обязан уступить дорогу спецтранспорту, принять вправо, освободить проезжую часть для беспрепятственного проезда спецтранспорта. Ну, а если водитель игнорирует данные требования, то за это предусмотрена административная ответственность. Это согласно статье 18.14.9 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Там предусмотрена ответственность от 2 до 10 базовых или лишение водительского удостоверения от 1 года или без лишения. И все же вероятность материальных затрат или лишения прав – ничто по сравнению с жизнью человека. А уступая дорогу спецтранспорту, вы принимаете непосредственное участие в спасении. Илона Шавловская, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».